Добрый день, мы профессиональные палеонтологи Павел Скучес, Дмитрий Григорьев. И нам очень приятно дать старт проекту «Динозавры вечной мерзлоты». Дорогие друзья, многие из вас уже слышали, что на территории современной Якутии обнаружили кости динозавров. Действительно, 120-140 миллионов лет назад там обитали эти странные создания. И нам очень приятно дать начало конкурсу «Задай вопрос исследователям» с хэштегом «Динозавры Якутии». Соответственно, любой из вас, ребенок, взрослый, может нам задать вопрос, который касается жизни этих самых полярных динозавров, поиска этих полярных динозавров. Мы будем рады на них ответить. И, кстати, мы выберем лучший вопрос, и автор лучшего вопроса получит, я думаю, приз. До встречи!